Сегодня в деревне Универсиада, между тем, новые временные постояльцы, сотрудники исполкомов. Пробудут они здесь 3 дня, пока идет финал спартакиады работников органов местного самоуправления. Мы впервые проводим такие соревнования, хотя среди министерств другие формы у нас были. Мы представляете все наши муниципалитеты, и я считаю, что только таким образом, своим личным примером, можно поднять все массы, чтобы и молодежь, и люди среднего преклонного возраста занимались спортом.